Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать несколько простых, но полезных кодов для смартфона OnePlus 8T. Давайте разблокируем наш телефон. Затем переходим в звонилку, открываем и вбиваем наш первый код, звездочка решетка, 888 решетка. Это нам показывает версию аппаратной платы и QR-код. Далее, это звездочка решетка, 1234 решетка. Показывает нам версию программного обеспечения. Далее, один из самых полезных кодов, это вот этот, звездочка решетка, 06 решетка. Так как он помогает нам буквально за секунду узнать наши IMEI, MIMEI коды, а также серийный номер, который мы также можем отсканировать. Далее, звездочка решетка, 66 решетка. Это нам показывает наш, опять же, IMEI и вот QR-кодик такой. Далее, звездочка решетка, 46, 36 решетка, звездочка решетка, звездочка. Тут мы попадаем в меню проверки, то есть мы здесь можем тестировать разные штуки. Но этой темой лучше пользоваться с умом, так как во всех этих секретных кодах можно начудить лишнего, и потом придется сбрасывать все к заводским настройкам, а это потеря данных, плюс время, ну, кому это, в общем, надо. Пользуйтесь этих кодов осторожно, ну, кроме каких-либо там информационных кодов, вроде как звездочка решетка, 06 решетка, да, которые вам позволяют узнать имейл, то там вы особо ничего не начудите. Но с остальными прошу быть аккуратнее. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!